Куча ситуаций. Вернемся к прошлой неделе назад. Что у нас сдвинулось, что не сдвинулось. Значит, вопрос Эрик Канцевич по технике. Что у нас с техникой? У вас в ремонте она была, что на сегодняшний день? Запросы на коммерческие предложения по покупке агрегата, то есть коробка переключения передач, дефектовку сделали, ремонт уже невозможен. Потому что там порядка 60% 6 или выше из строя, и уже валы разболтаны, из-за этого лучше и надежнее купить коробку. То есть покупка нового необходима? Да, новая коробка передач. Запросы направлены, сейчас ожидаем. Видимо, может, с выходными не отправили, потому что отправили в пятницу. Запросы. Думаю, до конца недели соберем и уже будем выходить в зависимости от стоимости, скорее всего, на конкурс. Вывоз мусора в частном секторе был у нас. На загородном вывезли. Вывезли, да? День, как только было, скажем так, озвучено, все в этот же день убрали. Хорошо. Ольга Юрьевна, покос вокруг у нас торговых точек, вообще юридических лиц в целом, и был у нас вокруг бассейна. Значит, сегодня подготовьте, пожалуйста, обращение на основании правил благоустройства. Необходимо свою территорию всем привести в порядок. Служба заказчика уже большую работу проделана, но вот эти вот пятна по городу, они оставляет желать лучшего. Газпром Теплоэнерго, восстановительные работы по благоустройству. Практически в полном объеме выполнены. Единственное, что формальности мы успели все организовать. Мы пригласили администрацию, но на следующей неделе все. Давайте так, у меня есть предложение. Давайте мы после аппарата. Я предлагаю проехать, посмотреть и все уже. Вопрос закрыть. А, водоканал. Тоже нет. Видимо, узнали, что буду спрашивать. Хорошо, давайте по текущей ситуации, Михаил Кузьмич. Посмотреть особенно управляющую компанию ПСЖ в завтрашнем дне в порядок. Я понимаю, что вы работаете, убираете, но праздник есть и праздник. АТП. У вас на углу Лесной за забором куча. Вы в том году сказали, мы их специально навалили, чтобы разровнять. Они на углу прям такие огромные. То ли вы дренажку хотели там засыпать, то ли что, но они лежат, их надо с ними что-то сделать. Хотелось бы или разровнять их уже, чтобы они не были такими голубыми. Я передам вашу информацию. Игорь Владимирович. Мы продолжаем готовиться к отопительному сезону. На прошлой неделе вы знали, что «Газпром» выставил квитанции, но я думаю, это на контроле держите. Там информация, люди ждут какой-то. Скажу. Да. Бон Газпрому хотел. Вчера была информация о том, что отключить горячую воду, но отключение, так понимаю, не произошло. По какой причине? Ну, нам администрация наша не согласовала в связи с предстоящими праздниками. Поэтому... То есть у вас перенос? Да. Котлован у Лисепской выставили, оградили, да? Да. Ну, еще дополнительно дорогие выставили. Пидумского 13 финансируют швы на восточной реке, который продолжает ремонт цоколя. Жители одни благодаря, другие ругаются. Камни все будут вывезены с восточной 3, которые там лежат. Ремонт кровли также на Пидумского 13 проводится. Ремонт работы на системе отопления на Пастрова 3 в подвальном помещении. Остальное все по кучам песка на восточной 2, та куча, которая есть. Может быть, ее используют Газпром для разровнения. Теперь остался песочек, мы не можем его отдать. Там вдоль дома, когда они меняли трассу, если ее двинуть, они... Хотя, но около Кингисеппского 28 планировано ремонт и работы на подъезд пустить этот песок. Подождите, но вы соберите сначала, потом уже решайте. Нет, я понял. Вы принципиально хотите просто, чтобы был зеленый газон там, да? Конечно. Если там у нас зеленая зона, то давайте мы уже этот вопрос не раз поднимали, давайте мы определим места складирования песка. Никто не против, давайте Желательно, чтобы это был асфальт, какое-то покрытие, не просто на газон привезли и машину песка выгрузили, а потом что использовали, что не использовали. Я не думаю, что это прям большая проблема. Я думаю, что такие места можно найти и уже, скажем так, к зиме готовить.
Лев остался. Причем брали, да? Точно. Точно. Нет, я просто проезжал, я видел, что там что-то подметено, но... На слабую троечку, поэтому сегодня проеду, может там что-то изменилось. Хорошо. Автобусы без боев. У нас с людьми, с населением работаем. Значит, у нас автобус оснащен кондиционером. Значит, климат-автоматика на нем стоит. Люди постоянно пытаются открыть форточки, закрывают эти воздуходувки. Кто-то там жалуется, кому-то холодно, кому-то жарко. Ну, такая работа текущая. Просьба такая, если там для населения кто-то что-то приходит, говорит, просьба такая, чтобы не открывать ни форточки, ни люки. В отопление повесить в автобусе красиво. Повесили, переездить. Сами прекрасно понимаете, если люди ездили без кондиционера все время, они не привыкли еще к этому. Надо приучать, да? Хорошо. Ну, кстати, плюс еще сейчас вот пассажиропоток увеличился, то, что вот у нас работает кондиционер, будем лучше пользоваться. Благодарю. Хорошо. Заканчивается процедура подготовки к ремонту дорог, соответственно, сначала 1 июля уже, они будут, до 1 июля они будут заключены, и первые три участка должны начать делаться. После них запускаем уже оставшиеся два. Ну и на подходе благоустройства к пункту пропуска пешеходного на Просеве. Опоры освещения, которые у нас на пешеходной зоне. Вот мы пообсуждали, на этом все остановилось. Я предлагаю все-таки начать там какую-то работу, пока не заключили основной контракт на благоустройство, все-таки проработать вопрос переноса на противоположную сторону, убрать эти опоры с огромным количеством проводов. Вот, на противоположную эту часть освободить. Как ситуация? На прошлой неделе в пятницу 7 числа проведение заседания комиссии по чрезвычайной ситуации по одному вопросу аварии на магистральном коллекторе в районе улицы Маяковского. Все документы, решения комиссии, сметы, в общем, есть пакет от отдела городского хозяйства для дальнейшей работы. И идет проверка, работает проверяющий. Елена Геральдовна. Панков по поводу отопления. Хотелось бы, конечно, услышать информацию. Во-первых, то, что они насчитали 70% вместо 30%, это вообще шок. Ко мне приезжали даже люди из города, не только с ТСЖ, а даже с города. У вас по плану, когда вы все основные работы будете закончить? Ну, сейчас еще последствия у нас гидроиспытания устраивают. Да. Ну, а так у нас все это работает большие. Ну, то есть до конца августа вы работаете. Олег Николаевич, насколько я понимаю, для устранения дефектов вы будете отключать дома. А нельзя объединить это с работами по остановке котельной, когда она прохладывается? Павел Кузьмич, это основную нашу затею. Мы постараемся это сделать, чтобы максимально останавливается какая-то котельная и участки тепловой сети, соответственно, сразу. Ну, сейчас вы от порыва так и так будете котельную останавливать? Да. Следовательно, можно совместить это перегородить. Ну, мы к этому и ведемся. Да. Согласно муниципального задания по вывозу мусора, стало поменьше немного крупногабарита. Вот. Так все успеваем. Водитель мусоровоза вышел второй, то есть все в штатном режиме, все работает. Так, ну когда ремонтировать начнем мусоровоз второй? Ну, в планах со следующей недели уже что-то начать конкретную работу. Давайте не тяните, потому что с одной машины всегда большой риск. Да. Что у нас по вот этим несанкционированным свалкам? Я так понимаю, что там с гаражами есть, да, вот у нас вопросы? Да, было обращение по поводу гаражных, вдоль гаражных обществ. Выезжал, смотрел, фотофиксацию сделал, но там в основном результат жизнедеятельности, назовем это так, гаражных обществ, потому что там это бутылки из-под масел, шины, покрышки и так далее и тому подобное.
посмотрел по гаражным офисам, проехался, что на процентов 50 стоят контейнера, площадки организованы, а ближе туда к ЖД там уже отсутствует. Здесь вначале от Матросова есть, а дальше отсутствует, но там есть с нами заключено несколько договоров, там контейнера стоят, а вот эти вот две точки, которые я нашел, там вот три точки, где там ужас. Значит, давайте проведите, пожалуйста, совещание с руководителями гаражных обществ, которые у вас с договорами. Нужно тогда свериться с нашим отделом городского хозяйства, какие гаражные общества у нас еще не охвачены договорными отношениями. То есть с ними надо отдельно тогда поработать, почему нет договоров и куда они все это дело вывозят. Надо вот это все сверить и, соответственно, где у нас пробелы, вот с ними тогда начинать уже выстраивать. Либо пусть договора заключают, либо, значит, пусть покажут, каким образом они это все дело утилизируют. Объявленные проходят торги на коммунальную технику, которая у нас находилась длительное время в эксплуатации службы заказчика и АТП. Техника, конечно, уже непригодна для дальнейшего использования, но мало ли есть заинтересованные, поэтому всех приглашаю на участие в торгах. Все остальное в рабочем порядке. Как у нас доходы, расходы? Доходная часть бюджета, нарастающая итогом с начала года. По налоговым доходам выполняется в соответствии с кассовым планом. По неналоговым доходам есть в части продажи объектов муниципальной собственности есть отставание. Это вот то, что Ольга Юрьевна сейчас предложила поучаствовать в торгах. Это именно вот по этому направлению. То есть мы вот эти вот такие горячие направления контролируем. Мы должны будем в ближайшие месяца два отрегулировать этот план с учетом прогноза реализации объектов муниципальной собственности. Хорошо. Ну, у нас неоплаченных заявок как бы больше, более двух дней нет. То есть все оплачивается и более-менее нормальная ситуация. Ну, плюс мы сейчас кредиторку, да, закрываем? Да, кредиторку мы закрываем. Вот, очень много исполнительных листов уже прошло. Сегодня еще часть проходит. Все то, что у нас запланировано последним внесением изменений в бюджет. То есть работа по погашению кредиторской, просроченной кредиторской задолженности идет в соответствии с планом мероприятий, который у нас утвержден распоряжением администрации. Программа «Лето», в которую включаются, скажем так, не только подростки, дети, но и взрослые активно принимают участие. В субботу у нас прошли ряд спортивных мероприятий. Это открытый турнир по настольному теннису областной границы 2019. Прошло мероприятие спортивное, посвященное 25-летию клубного клуба футбольного «Парус». Также 8-го приняли мы участие вне города Кингисеппа. 9-го помогли провести фестиваль красок для молодежи на городской площади. 15-го в нашей крепости будет областной фестиваль «Песня без границ» в 2 часа дня, поэтому приглашаю принять участие, посмотреть. Коллективы будут с области, с Эстонии. В общем-то, видно, что ребята активно включились в эту работу по благоустройству. Уже такой большой объем работы выполнен, поэтому давайте не снижаем темпов. Более что в городе есть места, которые требуют особого внимания. Я думаю, что дополнительные рабочие руки наших ребят, молодежи, они придутся как раз кстати. Ну и вообще лето у нас такое достаточно насыщенное. И областные, и международные мероприятия будут проводиться регулярно. Поэтому в этом плане, да, мы, можно сказать, в Кингисеппском районе активно работаем. На расширенную комиссию приглашен представитель Теплоэнерго Санкт-Петербурга, конкретно начальник отдела, отвечающий за начисление платы за тепло, с информацией, которая у нас возникла в связи с начислением незаконных этих платежей, поэтому вся информация будет дана. Поэтому желающие послушать из первых уст приглашаю на комиссию.
уже вопрос, да, который Виктор Михайлович сейчас поднял по начислению оплаты за тепло. Значит, администрации направлен на обращение в прокуратуру с просьбой дать оценку всем действиям, которые были произведены со стороны теплоснабжающей организации. Также на четверг запланировано, жду подтверждения по времени, запланировано совещание в комитете теплоэнергетического комплекса совместно с руководителем компании «Газпром Теплоэнерго», вот, на котором вот эти вопросы будут обсуждаться, ну и дальнейшее, да, переход на, возможно, иную систему оплаты, чтобы в дальнейшем у нас таких ситуаций больше не появлялись, чтобы наши жители четко понимали, за что платят, за какой период и в каком объеме. Поэтому эти вопросы на контроле, звонки были из аппарата губернатора, то есть Александр Юрьевич тоже в курсе этой ситуации. Я думаю, что в четверг мы получим уже четкий ответ. Может, это пару дней терпения, да, как только решение будет принято, безусловно, мы везде официально проинформируем наших жителей. Значит, в части касающейся благоустройства, после работ теплоэнерго, вчера проехал по объектам, в том числе и вот восточные, вот то, что говорили, завести там землю и так далее, ничего не сделали абсолютно. С Владимиром Васильевичем мы этот вопрос обсуждали. Было сказано, что в ближайшее время привезут землю, разровняют, берут эти камни и так далее. Ничего не сделано, я вам еще раз говорю. Просто говорите, что работа проведена. Не проведена. Также у нас большой объем невыполненных работ по ЛАЭСКу. Особенно вот эта вот дорожка Федюнинского пустырь. Уже в соцсетях активно это все обсуждается, фотографируется, поэтому я думаю, что в ближайшее время нужно провести встречу с руководителем этой компании. ООО «Энергия», ООО «Риеск СПБ» и «Вангородский водоканал». У нас активные участники всех этих процессов. Поэтому адресов очень много. Вот я просто сейчас список посмотрел. Такое ощущение, что у нас весь город перекопан, ничего не восстановлено. Общей информации больше нет. Все вопросы мы обсудили. Вот я предлагаю все-таки проехать там с компанией «Газпром Теплоэнерго» по адресам, посмотреть выполнение восстановительных работ. Все, спасибо большое, всем хорошей рабочей недели и хорошего завтра праздничного настроения. Скрыли, свинарник оставили и уехали. То, что было, валялось, пока вот я, да, не нагнул директора службы заказчика, и он не пригнал сюда. Но все так и валялось. Никому делать до этого не было. То, что хорошо, ваше хозяйство находится в таком состоянии, ну, как бы это не моя проблема. Но вот это, ну, 100% так не было. Я даже и в этом не сомневаюсь. Не, ну смотрите, надо, может быть, тогда глубже копать. Если мы раньше, когда этим занимались вопросом, у меня всегда было желание такое, чтобы мы, вот, допустим, где-то, когда какую-то территорию начинаем вести земельные работы в городе, чтобы всегда было предусмотрено, эта территория не оставалась в том состоянии, в котором она есть. Вот как мы просто вскрыли, сделали свою работу и оставили. А чтобы ее можно было участками как-то сразу облагораживать. Видим, что грунт плохой, на котором невозможно посадить дальнейшие какие-то растения, да, которые бы облагородили и создали красоту. Снимаем слой грунта, начинаем это дело все облагораживать нормальным, достойным грунтом. Покажите хоть одно обращение, где вы... Это мы между собой, когда мы работали, говорю, ребята, почему мы работаем как поросят? У нас в городе непонятно что. Эту культуру производства, которую, я считаю, администрация должна была с самого начала внушать тем, кто занимается этими земельными работами. Здесь даже не культура, это одно и то же. Мы сейчас проедем на там, где ЛАЭСК работал. Поверьте, там такая же, точно такая же ситуация. Ну, вот это вот просто на призыв. То есть, как бы, наши сильно не проконтролировали, а ваши специалисты там особо не напрягали. То есть, как бы, разровняли, вроде как это, но вот ни вы, ни я у себя дома такой не оставили. Правильно? Мы живем здесь. Праздников, послезавтра начнем. Пятницу, да, я приеду. Четверг, пятницу, работа хорошо.
нас были раскопки вот буквально перед этим домом. Там, где есть хорошие потоки асфальта, мы обычно режем и обратно его нормально укладываем. Здесь, в принципе, асфальта нет. Его не было. Это всегда так было. Понятно, что это было, но это не должно быть так.